Доброго времени суток, друзья! С вами, как обычно, Джесс, и сегодня мы начинаем кое-что новенькое. Сейчас я немножечко убавлю, потому что она люто орёт. Первый запуск, хотел его сделать с вами сразу, поэтому запустился прям вот так, ничего не готовя, ничего не разбираясь. Hollow Knight. Игрульку мне тут подарили недавно, зная мою любовь к Садомазо. Вот, так что... Just slider until the frames touch the edge of the screen. Да, все нормально вроде. Яркость. Ну, тоже вроде. Давайте так, 110 поставим, потому что YouTube имеет особенность немножко затемнять это все дело. Я так понимаю, это 2D-шный Dark Souls очень клевого стиля. В диких землях, за пределом, твое имя называют Равенсарноград. Так, сейчас оно пройдет. Честно, я так сходу не переведу. Короче говоря, с презрением и сожалением называют наше имя. Где-то там в каких-то землях. Это все из произведения... написанного автора, поэтому никакой сюжетной, в принципе, составляющей не несет. Я сегодня тот еще переводчик, меня немножечко печалит, что оно на английском. Что-то пробуждается по полной программе. Блин, ну очень приятная. Рисовка, наверное. Это, наверное, можно назвать рисовкой. А это не лаги, оно в принципе движется какими-то странными рывками. Плащ-то в норме у нас. То есть, это задник такой специально так сделан. Так, ну и вот мы куда-то приземляемся. Тш. Мощно. Так. Включено, включено. Хорошо. Мы умеем прыгать довольно высоко. Мы умеем бить. Вау, прикольно, траву лет можно. Это нам что-нибудь дает? Кроме... так, перекаты будут? Так, хорошо, двери пробиваем. Игра разработана Team Cherry. Так, хорошо. Жуки нас не остановят. Двойного прыжка нет. Есть только одинарный. Так, у нас что-то накапливается в левом верхнем углу. Еще у нас есть какие-то штуки, дрюки. Воу. Ага. Не знаю, придется ли мне применять часто вот этот вот... удар вниз, он не очень удобный. Какие-то штуки-дрюки накапливаются. Ладно, хорошо. Я пока ничего не понимаю, нас как-то бросили прямо в экшен, поэтому... поэтому все, что я могу сказать, это то, что мне пока что она визуально дико нравится. Инспект. Так, да еще. Ну давайте изучим, я думаю, что... интеракт вверх у нас. Высшее создание... эти слова только для вас. Ваша великая сила выделяет вас среди нас. Сфокусируйте свою душу, и вы получите... способности, о которых другие могут только мечтать. Hold B. И что это? Ну, подержал я B, и что дальше? О, нифига секретик, что ли? Уу! Ваншот! Ах, вот оно что! Вот тут лол, вот тут будет весело. Ага. Я получил... потерял еще один этот черепочек.
Но меня почему-то не откинуло, не знаю почему. А, вот, я могу восстановить себе душу одну. Ну, не душу, не знаю, как это назвать. Возможно, душу. Хорошо. Не так все плохо. То есть это не то, чтобы... Оу. Риски. Не то, чтобы ваншот, это... Что за нахер? Понятно. Большие синие... Да хватит лазить, какой же ты громкий. Большие синие дают нам дополнительные... Ну, удары, наверное. Это можно так назвать. Так, я вижу, что туда можно попасть, но я, видимо, уже туда не могу попасть, потому что я уже все. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блин, забавно. Теперь я могу туда попасть. Нет, я не могу туда попасть. Так, а у нас какие-нибудь... А, наверное, нам надо как-то будет улучшаться, чтобы можно было... Так, давайте изучим. Ага, все так же за... Ну, короче, дальше ты пройдешь в землю короля и создателя. Ну, короче, иди по этой земле и подчиняйся нашим законам. Стань свидетелем последней и единственной цивилизации Вечного Королевства. Ну, с удовольствием. Да что ж там происходит? Я постоянно... Так. Погнали. Дальше. Я выключил контач, потому что это было слишком громко. Слишком много, слишком громко. У нас есть здоровая конфа на 8 человек. Dirt Mouth. Исчезающий город. И, короче говоря, в этой конфе периодически. Давайте посмотрим кое-что. Меня вот прям интересует. Здесь нету... Change language in the main menu. Давайте попробуем. Честно, я... Предпочту, учитывая, что здесь нету озвучки, я предпочту поменять язык на русский. Какой у меня громкий телефон, да? Есть русский. Он даже не в бете, понимаете? Он есть просто. Это здорово, погнали. Перевал у короля. Так вот, да, тут очень много текста, я чувствую, будет. И поэтому лучше пусть будет русский, будет спокойнее. Мне будет проще, я не буду тонну времени тратить на перевод, а значит будет больше прогресса каждую серию. Бить вниз не очень удобно. Эти как-нибудь... Эти только бегать позволяют. Здравствуй, штука. Привет, путешественник. Боюсь, что только я встречу тебя. Как видишь, наш городок слегка опустел. Старейшина его зовут. Остальные жители города тоже пропали. Один с другим спустились они в колодец, желая попасть в пещеру внизу. Под нашим городом раньше располагалось Великое Королевство. Оно давно превратилось в руины, но все еще манит народ в свои глубины. Кажется, что тьма руин пророчит многое – богатство, славу и просветление. Уверен, что и ты ищешь там свои грезы. Да. Так что будь начеку, воздух там больной, всякая тварь сходит с ума, а путешественники забывают себя. Возможно, грезы не так уж и хороши. Возможно. Ну, давай еще послушаем. Многие приходили, надеясь, что королевство исполнит их чаяние. Hollow Nest, так раньше его называли. Возможно, самое величественное королевство, что когда-либо было, полное тайны богатств. Теперь это лишь ядовитая гробница, кишащая безумными чудищами. Как видишь, ничто не вечно. Устал? Скамейка, скорее всего, железная, но, уверяю, она довольно удобная. Лучше места для отдыха перед новым путешествием не найти. Да и мне не помешает собеседник. Впрочем, гляжу, ты не из болтливых. Так, хорошо, все, он больше ничего нового не говорит. Давайте присядем. Что-то случилось, не знаю, что... Если хотите купить припасы картографа, то мы скоро откроемся. Зельда и Кор... что-то кто-то там. Корнифер.
Ладно, скоро откроются они. А был колодец! Я хочу обратно, я случайно в него попал. Ладно, забытое перепутье, первая локация. Ну, не считая той, которая уже была. Блять. Хорошо, я понял. Тут это не получится. Дувы Марио. Оу-оу, тихо-тихо-тихо. Ля, куды? Надо не забывать, что у меня есть вот этот вот длинный прыжок. Очень удобный. Забавно, когда бьешь как кого-то в прыжке, тебя тоже немножко откидывает. Блять, в самое днище умудрился свалиться. Какой-то я неподготовленный сегодня. Ладно, я не думаю, что стоит фармить здесь этих тварей за вот эти вот штучки, которые я с них получаю. Так, что здесь? Я же не отсюда вышел, правильно? Ты чё? Крепота-то, блядь, какая. Он будет просто там сидеть и плакать? Ты не хочешь со мной поговорить, эй? Нет, не хочешь со мной говорить. Я могу бить вверх смотреть. Ладно, пусть. Я не хочу ему мешать. Так, хорошо. Это в сад, видимо, в какой-то. Давайте сходим сначала на этот уровень. А, стоп, отсюда я спустился, правильно? Да. Bloodborne напоминает эти всякие ракушки. Неприятно. То есть Bloodborne сам по себе охерительный просто. Ну, блин, ракушки неприятные навевают воспоминания. Путь скитальца, путники Хеллнеста, пройдите бурными зарослями и грибными рощами в самое сердце королевства. Там исполняются все желания и откроется истина. Исполнится все желания и откроется истина. Нет, тихо. Это что такое? Тихо. Ай. Нет, я не могу, походу, эту штуку отбить никак. Ладно, я понял тебя. Сюда пока мы не проходим, это, короче говоря. Да. Вот это я жестко сейчас. Нет, ну если я так набить буду, то я точно отъеду не раз, и не два, и не три, и вообще все будет ужасно. Надо так не делать. Так, по-моему, я сюда провалиться могу. Ау. Тихо. Просто хочу вот так сделать еще пару раз. Мне неспокойно, когда у меня не полное здоровье. Будем это так называть. Блин. На чем я стою? Не могу как-нибудь это потрогать, нет? Здорово! Какой чувак! А, привет! Спустился исследовать эти красивые старые руины? Не обращай на меня внимания. Я тоже люблю исследовать, нет больше удовольствия, чем потерять путь и обрести его вновь. Нам с тобой ужасно повезло. Я картограф, чем на жизни зарабатываю? Сейчас дорисовываю карту этой области. Хочешь купить копию моих набросков? Да. Держите ЛБ, чтобы осмотреть карту текущей области. ЛБ. Ага. Карта вещь довольно полезная, но ее одной недостаточно, чтобы знать, где находишься. Если ты не умеешь определять стороны света, то я посоветую купить компас у моей жены из Зельды. У тебя еще и жена есть. Она как раз сейчас открывает наш магазин карт в Грязьмуте. Ну, это
вы поняли. Будет продавать там всякие полезности для путешественников. Блять, как я ненавижу, когда кто-то переводит имена собственные. Все, извините. Будет продавать там всякие полезности для путешественников, типа тебя. Порой она будет продавать мои старые карты. А я буду забегать, как закончу, зарисовывать очередную область. Она всегда так рада меня видеть. Давай посмотрим. Блин, мужик, давай потише, ну. Я понял. Что-то... О, меч! Что? Ой, там черви. Нихера. И мечи. Черви и мечи. Ну. Мы в Марио? Плохо. Да блин, тут какой-то чардж, что ли, нужен, я не знаю. Я так не умею пока. Опасная фигня. Ой, отлично. Комары и пиявки. Что может быть лучше? Так. Оп. Оу! Здорово! Я понял. Я понял, почему тот червяк был такой огорченный. Мы только что сделали клевую штуку, ребят. Блин, забавно. Люблю такие вот маленькие игрули с лицом. Так, ведь. Ладно, хрен с ней. Так, а тут что у нас? Давайте посмотрим. О, вкуснее. О, сколько? Это было странно. О, нифига. Какой же мар. О, ого. Отлично, у нас тут хреново гора всего. Я случайно открыл инвентарь. Давайте посмотрим. А, я понял. Это наша большая карта. А это наша маленькая карта. Я хотел бы понять, куда я там провалиться могу. Мини-босс, я понял. Изи! Буль-буль. Блин, там на фоне такие эти. Ага, я понял. Сохранение. Здесь у нас система сохранений, по всей видимости, что означает, что будет довольно... На этот раз нас не запирают. Эта тварь уже просто как данность. Ну и хорошо. Это не было сложно, это было просто долго. Так, что это такое? О, блядь! Капец, жук полный ненависти. Так, как наверх пробраться? Ну да, мне просто, мне нужно было это попробовать сделать.
Оп. Рекинчик. Готово. Так, пошли вперед. Ну, пока не очень сложно, надо признать. Я свыкся с управлением. Меня не прессуют, как в какой-нибудь Salt and Sanctuary, по-моему, это было. Так, тут прыжка не хватает. Ладно, хорошо, все, я допизделся, называется. Простите уж за выражение. Так, а чё? Ой, я зря срубил эту фигню. Чё это такое? Давайте посмотрим. Чё-то новенькое, чё-то интересненькое. Ну, сейчас все интересненько. Что? Смотреть. Сборщик платы с символом рогача. Вставить гео. Ну, давайте. И что это мне даст? Ху-ху! Офигеть! И кто ты меня можешь отвезти? Слушать. Приветствую, малыш. Как давно я не слышал звон вокзального колокола. Его эхо разлетелось по туннелям, и я прибыл к тебе. За эти годы я костенел, устал и многое забыл, но звон колокола всегда зовет меня на вокзал. Паукан такой. Туннели рогачей уходят далеко в глубины Холлнеста. Если хочешь путешествовать по ним, зови меня с платформы, я отвезу тебя куда надо. Ага, мы можем в этом в город сбегать и... Не, спасибо, чувак. Спасибо, но нет. Я понимаю, что, в принципе, у меня... Особо причин-то отказываться толком не было, но... А монстр на локациях восстанавливался, между прочим. Ну и причин ехать туда у меня особо не было, поэтому я... Продолжаю бесцельно двигаться в каком-то направлении. Ёбушки. Оу! Оу! Спасибо тебе, дорогуша. Опа! Блин, эти жуки неприятные. А это что такое? Это похоже как на какой-то очередной путь к секрету, но, блин. Ой, блин! Сучка. О, хорошо. Я понял. Мне нужен какой-то способ передвижения быстрого. Джаз жучара 1-0. Хорошо, пошла. Куда мы двигаемся? Чего мы двигаемся? Мне эта карта не попадает, не пом... может и помогает, подожди. Может и помогает. Не. Хорошо. О, человеки. Блин. Жучиная армия, мама родная. Пш. Продолжаем жить. Блин, а этот здоровый жук был довольно неприятен. Что там такое? Я сейчас примерно вообще не понимаю, куда двигаюсь. А вот эта вот фигня по центру локации, которая... На. Это что, чувак, будет чарджить? Наверное. С таким рогом-то, ага. Ох, сука. Чувак решил остановиться и развернуться, но не сранили.
Ладно, нормально, у нас есть восстановление. Здрасте. Блин. Достал меня. Иди сюда ты. Блин, попал. Мимо. На. Так, я понял. А, блин, я на него насадился. Блин, он бесмеется. Вторая фаза пошла. У него теперь на каждый удар, походу, будут падать. Ну, серьезный удар будут падать эти. А, влезай оттуда. Будешь бесноваться? Да, будет. Что это за желтая штука? Выглядит, как будто это важно. Ах, блять. Блин, как же ты меня там достал? Ух ты, гаденыш. Уф, ладно, хорошо. В смысле, а что со мной? Почему у меня треснуто это? Мне ее как-то надо восстановить, что ли? Блин, ну я там сам, конечно, очень сильно облажался и... Не могу пожаловаться. Мне надо, может быть, полностью восстановить это? Разочек. Ну, вы поняли. Не знаю, что это такое, поэтому я не могу сказать, что восстановить. Нам вообще удивительно мало рассказывают. И мы теряем все эти... Души, все деньги, ну вы поняли, когда умираем. Здрасте. Ладно, я пойду это, расскажу ему, что ему надо идти. Алло? Этот парень, хорошая. Разминка перед ложным рыцарем. Его так зовут, того босса. Если кто вдруг проглядел. Если я еще не говорил об этом, потому что, блин, я могу подумать и не сказать. Могу подумать и сказать. Могу сказать и не подумать. Полный спектр, короче. Вау. Блин, они очень странно прыгают, я не понимаю, что они делают. Не до конца понимаю, всякий случай. Короче, надо подложного рыцаря поднырнуть в определенный момент. Иначе он делает больно. Вон. Away! Ага. Это... Ладно, хорошо. Я победил себя. Забавная система, мне нравится. Мне нравится, что ты должен навалять себе, чтобы... Надо почаще под него подныривать, чтобы держать его в центре. Ну,
бедняга. Так, тихо, беснуйся. Так. Я уже по привычке убрал геймпад под стол, и вы, скорее всего, слышите его очень отдаленно. Так, тихо-тихо-тихо, я в этом участии не принимаю, объяснуйся себе там. Мимо. Попал. Мимо. Хотя мне на самом деле повезло, что мимо. Блин! А! То ты перестанешь? Ох, отпрыгнул. А на! Давай сюда свою морду. Ну, 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 ну. Давай, давай, давай. Ой, нет. Как неудачно. Куда? Отъезжай. Ой, не-не-не, продолжается что ли? Классно умирает. Так, хорошо, что тут? Герб города. Да, действительно ложный рыцарь. Это что такое? О, как дорого, как вкусно. Стоп, это что такое? Иди сюда. Что за дичь? Я упустил что-то ценное, судя по всему. Наверное. Возможно. Скорее всего. Ничего не понимаю. Что происходит? Это что? Я что-то открыл. Какой-то срез, скорее всего. Так, очень уютная локация. Войти. Куда меня понесло? Вот скажите мне. А, тут можно отдохнуть. Славненько. И это не похоже на смертоносное. Ого! Кто это там крадется в темноте? Ой, какой-то свирепый. Странный пустой взгляд и такое жуткое оружие. Что-то очень важное привело тебя сюда, в место, что раньше называлось Hollow Nest, но я не буду спрашивать, что. Возможно, ты нашел меня, потому что тебе понадобилась моя помощь. Ни слова больше, друг, я дам тебе дар. Маленькое гадкое заклинание собственного изготовления. Такому лучше, как ты, оно подстать. Ого. Спасибо. Странное существо. И что я теперь... Ой, умею. Мстительный дух. Быстро нажимайте Б, чтобы освободить дух. Заклинание тратит душу, удары по врагам восполняют душу. Я понял. Вот оно что. Спасибо. Ага, наконец-то ты проснулся. Извини, я должен был предупредить тебя о помощи, о мощи этого заклинания. Должно быть, я наблюдал за тобой, пока ты спал и сам задремал невзначай. Ну а раз ты проснулся, я бы хотел попросить тебя о небольшом одолжении. Конечно, не в качестве платы за мой дар, нет, а просто потому, что мы теперь друзья. Улитка-шаман. Видишь ли, огромный ужасный зверь поселился в самом сердце этого храма. Какое неуважение. Я бы был непремного благодарен, если бы ты спустился поглубже в храм и убил его для меня. Зверь себе весьма крепкий, но с твоей новой силой он тебе не чета. Удачи в этом маленьком деле, мой друг. Что такое? Тебя беспокоят эти стальные ворота между нами? Забавно, но они не откроются, пока ты не убьешь зверя в сердце храма. Не переживай, это так. Уверен, что духи моих предков присмотрят за тобой. Я переживаю, что духи моих предков со мной познакомятся. Окей.
Клевая штука. Что-то я как-то автоматически увидел катящуюся ко мне херню и начал ее разносить. Угу. Удары вверх, удары вниз все-таки пригодятся. Да блин, я же в гребаном Блайттауне, ну посмотрите на это. Не. А. Так, я понял. Все завязано на душе. Этого я вообще не видел, блин, опять. Я просто, блин, машу мечом периодически. Не то чтобы мне надо было кого-то там убивать. Что это такое-то? Это типа возможность восстановить души поболе. Хорошая фигня, мне нравится. Я ее израсходовал. Он в меня попал, это что? Да что ты такое говоришь? Так, хорошо. Вообще, нам бы пора на сегодня закругляться, но я что-то... Сейчас. Дойдем до следующего. О, там, укатился, видели? Стоять сюда! Нет, туда не прохожу теперь. Вокруг я туда идти ленье. Так что пошли сюда. Карту бы! Улитка! Карту! Знаешь, такая штука есть? Такая штука. Я не уверен, что я правильно двигаюсь. Я не уверен был, что я двигаюсь правильно в ту сторону, я не уверен, что я двигаюсь правильно в эту сторону. Так. Мне на самом деле куда-то вот туда наверх, походу, и надо. Сколько здесь масок, вы посмотрите на это. Для местных обитателей все закончилось плачевно, так понимаю. Или это просто крипта? Ладно, давайте пытаться. Блять. Не всегда нужно прыгать. А, вот сюда. А, понял. Блин, да что? Это было близко между... Блять, да что? Хорошо, я понял. Мне объяснили, что делать теперь с этими плевунами. Теперь мы можем идти дальше, но сначала осмотрим, что же здесь. Ловец душ, амулет. Наденьте амулет и обзаведитесь могучими способностями. Ну давайте наденем амулет. Эм...
Увеличивает количество души, получаемое при ударе врагов. Как его надеть? Откройте меню амулетов во время отдыха на скамейке, я понял. Нет, это просто так было разрушено. Ну давай. Так, значит, дело сделано. Трубил зверя. Бедняга, должно быть, он очень тебя испугался. Раньше он был довольно безобиден, но с тех пор, как пещера заполнила этот проклятый воздух, он словно с цепи сорвался. Но все же это было необходимо. Прими мою благодарность. Конечно, мы оба знаем, что ты бы не справился без моего заклинания. Гляди-ка, ворота, что были между нами, открылись. Уверен, тебе не терпится продолжить свое путешествие. Прощай, не падай духом. Помни, что бы ты ни искал, оно само найдет тебя. Помню. Оп, скамеечка. Амулетик. Что такое ячейки? Я понял. Они разную стоимость имеют. Я могу их несколько носить. Прекрасно. Ладушки, ребят, давайте мы на этом с вами закончим. Мне, честно, дико понравилась игра. Это круто, и мы ее 100% пройдем с вами. Вот, пока что... Я задремал на скамейке. А пока что спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Я всему буду очень рад. Тыкните на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всего хорошего. Пока.